по телевидению объявили, что Геннадий Хазанов получил гражданство Израиля. Угу. И, насколько я знаю, даже Ельцин при очередной встрече с вами спросил, зачем вам это гражданство нужно. Да, и он спросил, и я помню, как Горбачев тоже выражал недоумение. Я сказал Борису Николаевичу, что, ну, смотрите, это же такой полноценный паспорт, с ним можно ездить по миру. И виза не нужна. Да. Нет, он вызвал Козырева и сказал Козыреву, надо, чтобы у нас так же было. То есть была вероятность. Ему почему-то казалось, что вся проблема в Козыреве, в том, что он плохо старается.